скажу, что год для нас был очень плодотворный. Специалисты готовят отчет по каждому отделению. То есть сводный отчет я получу только вот на следующей неделе. И потом уже в цифрах мы, конечно, публикуем этот отчет по итогам года. Нет у нас пока там чемпионов мира, там Европы. Но я думаю, что будут. И хотелось бы поздравить всех анапчан с наступающим Новым годом. Пожелать исполнения всех заветных желаний, чтобы никого из россиян, из анапчан не коснулись те страшные события, которые происходят сейчас на Украине, чтобы жизнь наша продолжала быть мирной. И всем здоровья, счастья.